kinesieren. А это что, бордюр? Что? Да, это бордюр. Да, действительно, съезд ты же дальше все время выезжала по кругу. Смотри, как-то высоковато. Там прямо? Да. Да, вы параллельно проедете, без провода? Нет, мы нет, пробка проедет. Сейчас поймешь, где мы едем. Все, да, круто. Кто придумал на заборе фотографии разместить? Ты знаешь, их тут размещают уже давно. А, регулярно или одни и те же? Нет, их регулярно меняют. Как вы останавливали Красногорск? В каком году он основан? А как до этого назывался? Как до этого назывался? А его вообще не было. А его после власти, да? Да. Он и был-то вот как, ну вот к этому заводу, к Зениту. Да, это пробка до светофора. От светофора еще в его городе, да? Ну, еще, да, еще Ленина было бы не быстрее. Ну, думаю, нет. Я так и делала. Я когда вот эти грязи ушла, я пыталась ехать по Ленина, но нифига, то же самое. Просто тут расстояние меньше, там расстояние больше, там светофоров больше. Mm-hmm. 16 минут пешком. Двадцать три минуты на машине. Вот. Нет, я про это говорю. Да.
да, надо в первый пролет заехать налево. Да, хорошо. Ничего не хочу сказать, но как-то вот так получилось. Здорово. У нас ближайший съезд налево. Вот сейчас колледж-то закончится, и там съезд. Вот. Где вот эта вот херня желтая. Вот она заканчивается, и там съезд. Я ничего желтого не вижу. Ну вон дом, видишь? Вон. Кирпичный. Да, вот там, там есть. Они же туда должны попадать.